Саженцы малины и обыкновенной ляжка порадуют ранним сроком созревания, урожайностью и крупными габаритами ягод. Плодоношение начинается в июне и длится около 3 недель. Средняя масса ягод равна 6 граммам. Этот сорт пригоден для промышленного выращивания и позволяет собрать с 1 квадратного метра до 1,8 килограммов урожая. Ароматные ягоды универсальны в использовании. Саженцы малины и обыкновенной ляжка при благоприятных условиях вырастают до 3 метров в высоту. Сорт нуждается в хорошем освещении. Чтобы предотвратить скопление воды, следует перед посадкой дренировать почву. Малина обыкновенная ляжка – это кустарники высотой 150-200 см с типом роста, среднерослый. Весной листва по цвету темно-зеленая. Урожайность малины обыкновенной ляжка составляет 2-2,5 кг. Плоды имеют массу 5-9 грамм. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Важно, что малина обыкновенная ляжка самоопыляемый, обои полый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.